В салоне галереи музея Ивановского ситца открылась выставка авторских кукол и мишек Тедди. В небольшом уютном зале разместились более 180 экспонатов, выполненных из разных материалов и в совершенно разных техниках. Авторы работ – мастера из Иваново, Кинешмы и Владимира. Многие из них – победители в различных номинациях конкурса «Кукла года». Название к выставке «Параллельные миры» придумывали сообща. Параллельный мир, потому что куклы похожи на людей, и живут они своей жизнью. И в то же время мы, как кукольники, когда делаем куклу, уходим в этот мир с головой. И домашние нас на это время теряют. Мы сидим обычно вечером и лепим куклу в параллельном мире. И поэтому на этой выставке мы приглашаем всех заглянуть в этот параллельный мир. Куклы, представленные на этой выставке, скорее созданы для созерцания, чем для игры. За каждым экспонатом, кажется, стоит какая-то история или целый сюжет. Работы украшают интересные аксессуары или предметы интерьера, которые можно рассматривать бесконечно долго. Каждая кукла на этой выставке – произведение искусства. Авторы говорят, что не любят повторяться, и даже если тема одна, то каждый раз кукла все равно получается другой. Андрей Дергунов – единственный среди авторов выставки мужчина. Кукол начал делать в 2009 году. Говорит, что всегда мечтал создавать что-то своими руками. Я стараюсь делать добрые куклы. Где-то улыбка, где-то... Ну, даже вампир у меня не негативный, а позитивный персонаж. Так что, ну не знаю, вкладываешь душу. По идее, считается, какое настроение такая кукла. Организаторы выставки уверены, что даже из подручных материалов можно создать интересную куклу. Для тех, кто никогда не пробовал сделать собственную игрушку, но хотел бы, подготовили стенды, где представили инструменты и материалы, которые понадобятся для работы. И если не сразу получится сделать игрушку своей мечты, не нужно опускать руки. Не стоит отчаиваться, и самое главное – иметь силу воли и желание стремиться развиваться и идти вперед. Побороть свои страхи, побороть свои трудности, потому что куклы и мишки в частности, они обладают удивительным свойством, когда ты их создаешь и когда потом радуешься результатом своего труда, они аккумулируют в себе все те эмоции, когда ты их создаешь, и они слегка отдают их обратно. Выставка будет работать практически целый месяц, и в течение этого времени запланировано сразу несколько мастер-классов. Посетителей научат делать бумажных кукол и предложат создать из пластилина голову будущей куклы. Кроме того, все желающие могут принять участие в литературном конкурсе на лучший рассказ о кукле. Победители ждут подарки. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.